Любимые зрители, исполните мою мечту. Давайте наберем 1 000 000 подписчиков. Расскажите о нашем канале всем своим друзьям. А после просмотра оцените прошлое видео. Ссылка в описании. Короче говоря, мечта. Прошло пару дней после Нового года. Настроение было отличное до того момента, пока я не заглянул под елку. Мое письмо Дед Мороз так и не забрал. Интересно, что мне Дед Мороз принесет в этот раз? Пожалуйста, только не туалетную бумагу и не освежитель. У меня этого добра и так полно. Точно! Я придумал подарок! Так. Я уже старый пердун, поэтому мне нужна крутая тачка, чтобы возить свой сырник. Я в тебя верю, Дедушка Мороз! Очкастый, я уже 1000 раз тебе говорил, Деда Мороза не существует! Неправда, вот увидишь, я получу свой подарок! Неужели брат прав? Мое настроение было как унылая говняшка. Кушать не хотелось, играть в приставку надоело. Я просто смотрел в окно и ждал чуда. Вдруг раздался звонок в дверь. Я сразу же обрадовался и побежал открывать. Но на пороге я увидел не Деда Мороза, а моего одноклассника Вадика. Он стал расспрашивать про подарки. Я не хотел разговаривать на эту тему. Тогда Вадик начал хвастаться своими подарками. Я закрыл уши и не желал его слушать. Ты слышишь меня, а? Иди лучше домой, Вадик. Да чего ты грустный такой? Да потому что Дед Мороз даже мое письмо не забрал. Ну, не унывай, он заберет его. В крайнем случае, через годик. Какой годик, Вадик? Ты дурак, я в этом году хочу получить свой подарок. А что за подарок? Какая разница, тебе Дед Мороз такой подарок точно никогда в жизни не принесет. Да хватит дуться. Сейчас обязательно что-нибудь придумаем, и твое письмо точно попадет к Деду Морозу. Вадик взял мое письмо и смыл его в унитазе. Я удивился и спросил. Оно точно дойдет? Да точно, точно. Главное, чтобы его по пути никто не забрал. Чувствую, не видать мне подарка. Прошло пару часов, подарка так и не было. Вадик предложил снова написать письмо и съесть его. Вадик, ты дурак. Мне кажется, что тебе уже пора домой. Да не, я домой не спешу. Спешишь, давай. Я прогнал Вадика, помощник с него никакой. За целый день я сильно устал и решил немного отдохнуть. Когда проснулся, еще раз заглянул под елку и не поверил своим глазам. Моя мечта сбылась. Стоп, это 100% сон. Но сковородкой решил не проверять, а просто ущипнул себя. Оказалось, что я не сплю. Быстро собрался, выбежал на улицу и увидел свою красавицу. Она была шикарна, и я чуть не обоссался от радости. Обнимал ее, целовал ее. Решил рассказать брату. Прибежал к Андрею и начал хвастаться. Он не поверил мне и вновь включил старую пластинку о том, что Деда Мороза не существует. Не существует, говоришь? А что ты тогда скажешь на это? Да ладно, не может быть. Андрей взял листик, ручку и стал строчить письмо Деду Морозу. Он попросил у него 1 000 000 подписчиков. Я был так счастлив до того момента, пока не пришел Вадик. Коль, а ты не видел ключи от машины? А от какой машины? От моей машины. Мне Дед Мороз на Новый год подарил. Я же тебе говорил, а ты уши закрыл. А что ключи тогда делали у меня под елкой? Скорее всего, они выпали. Давай. Поздравляю, Вадик. Повезло тебе. А я был вредным в 2018 году, и мне Дед Мороз ничего не принес. Но в следующем году я исправлюсь, и моя мечта исполнится. Давай, неси конверт, я уже написал письмо. Брату моему про тачку пока что ничего не говори, хорошо? Красавчик. Идешь? Иду. Участвуй в конкурсе и выиграй любой набор стикеров. Для этого нужно подписаться на канал, поставить свой коронный лайк и написать время 3 кадров, на которых появлялся вот этот очкастый красавчик. Ну и обязательно посмотри остальные наши видосики. Удачи тебе и пока!